Готова. Почвана? Маша, я, Мария, Мэри, я тебя не вижу. Ты мне отвечай, пожалуйста. Не видите, а у меня камера работает. Я вот так могу сделать, но говорят, что когда я так делаю, как-то очень плохо. Мне да, мне сказали, я сегодня с Натальей говорила, она мне сказала, что нас сегодня, вчера не видно было. Ну, вот тогда надо вот так, чтобы я была, но мне тогда тебя не видно, ты мне отвечай, ладно, я тебя не вижу. Ну, хорошо, если хочешь. Что, я скажу. Ну что, добрый вечер, или какое Good время evening. Суток у вас? Я рада приветствовать вас на нашем вебинаре. I am so happy to greet you at our webinar. Я с большой радостью работаю уже второй раз на американскую аудиторию. Для меня это большая честь. I have the great pleasure to work on the American market for the second time, and I consider it a great honor. Меня зовут Нина Ковалева. My name is Nina Kovalova. Я практикующий психолог. I'm a practicing psychologist. Гештальт-терапевт. And гештальт-терапевт. Семейный системный терапевт. A family therapist. Эксперт в области эмоциональной зависимости. Expert in emotional addiction. И эксперт в области сексуальности, сексуальных отношений и оргазма. And an expert in sexual practices and orgasm. Я уже более 10 лет тантра-практикой, практикую женские практики. I have been working with tantra practices and female practices for over 10 years. И провела огромное количество тренингов и групп. And I have led many groups and practices. И сегодня у нас с вами злободневная тема, тема женских оргазмов. And today we have a very interesting topic, the topic of the female orgasm. И сегодня первое у нас с вами такое вступительное занятие. Today we have the entry session. Я расскажу вам о том, собственно, что такое оргазмы. I will be telling you about what is an orgasm. Что дают нам оргазмы. What does an orgasm give us? И что мешает нам их испытывать. And what is preventing us from reaching them. И мы с вами сделаем одну небольшую практику, которая поможет вам сделать первый шаг к своему оргазму. And today we will do the first practice, which will be the first step to reaching an orgasm. Итак, что же такое оргазм? And so, what is an orgasm? Вы, пожалуйста, сейчас себе сами попробуйте ответить на этот вопрос, что такое оргазм для тебя. So you can start by trying to answer this question for yourself. What is an orgasm to you? Оргазм — это рефлекс, рефлекс нашего тела. An orgasm is a reflex, the reflex of the body. Это врожденный рефлекс. It is an innate reflex. То есть, если у тебя есть тело, ты способен испытывать оргазм. So therefore, if you have a body, you are able to reach orgasm. Рефлекс оргазма очень похож на чихание. The reflex of the orgasm is very similar to the reflex of sneezing. Да, то есть во время перед тем, как чихнуть, у нас что-то щекотит нос, и ты чихаешь. So similar to when we sneeze, before we sneeze, we have a tickle in the nose, and that makes us sneeze. Вот оргазм — это примерно то же самое. Стимулируются определенные зоны в женском теле, и происходит оргазм. And so the orgasm is very similar. Stimulation of certain zones in the body happen, and therefore we orgasm. Оргазм — это последовательная цепь таких приятных мышечных сокращений. And so the orgasm is the result of the contraction, muscular contraction.
Его невозможно ничем, ни с чем спутать. Если ты его испытал, ты точно знаешь, что это он. You cannot confuse it with anything else. If you've ever had an orgasm, you know for sure that you've had one. При этом оргазмы бывают разной интенсивности, бывают очень яркие, долгие. So orgasms can be of different intensity, they can be very pronounced. А бывают, ну, такие достаточно поверхностные и короткие. Or others can be very short and not so pronounced. Но в любом случае оргазм — это очень приятно, и это то, что дает нам удовлетворение. But in either case, the orgasm is something pleasant and something extremely satisfying. Причем удовлетворение и физическое, и психологическое. And it is a physical and an emotional satisfaction. Or psychological satisfaction, rather. Чуть-чуть поговорим о том, что же дает нам оргазмы. So we will shortly speak about what does an orgasm give us. Помимо вот этого невероятного удовольствия и удовлетворения. With the pleasure that we receive. Очень важное, что делает с нами оргазм, это расслабляет. The most important thing that an orgasm gives us is it gives us relaxation. Оргазм снимает вот это напряжение, которое копится в течение дня или в течение какого-то долгого времени. It releases the tension that builds up over the day or prolonged period of time. При этом это может быть какое-то психологическое напряжение, да, не только физическое, а психологическое напряжение. It could be a psychological tension built up, not only a physiological. Когда ты находишься в какой-то очень напряженной ситуации, оргазм помогает снять вот это напряжение и дать возможность тебе напитаться энергией. When you find yourself in a very tense situation, it gives you the opportunity to relax and to nourish yourself with pleasure. Оргазм помогает уменьшать боль во время месячных. An orgasm will also help you diminish the period pain. И если ты регулярно испытываешь оргазм, то болевой порог вообще начинает снижаться. And if you often reach orgasms, then your pain threshold will increase. Да, соответственно, тебя не так мучают головные боли, ну и вообще боль становится такой редкой гостьей в твоей жизни. So you will not suffer from headaches as much. And pain will not bother you in general as much. Оргазм помогает убрать неприятные симптомы во время климакса. The orgasm will help you diminish the unpleasant sensation during climax. Во время оргазма вырабатывается эстроген, вырабатывается женский гормон и начинает твое тело функционировать, и молодость продлевается. So during orgasm we have a release of estrogen and other female hormones, which prolong our life. Женщина, которая регулярно испытывает оргазм, она очень долго остается молодой, красивой, яркой, привлекательной. Women that often experience orgasms will stay for a prolonged period of time young, youthful and fresh. Во время оргазма вырабатываются эндорфины, гормоны счастья. During orgasm we'll also release endorphins, which are the hormones of happiness. Если женщина испытывает много оргазмов, она переполнена счастьем, все ее радует, все ей нравится, жизнь становится просто супер. If a woman is experiencing orgasms often, she's overfilled with joy and everything in life gives her pleasure. Оргазм помогает забеременеть. Если у кого-то с этим проблемы, то нужно регулярно испытывать оргазм. For those suffering with infertility, orgasm can be of great help to achieve fertility. Оргазм помогает сперматозоиду пройти в матку и улучшает шансы на оплодотворение.
Orgasms also increase the sperm's chances of penetrating the uterus and achieving conception. В общем, оргазм, я бы сказала, это, знаете, не что-то, ну, как бы, хорошо бы, чтобы было. Оргазм — это необходимость для женщины. So in other words, an orgasm is not just a good to have, but it's a necessity for a woman. Что же мешает нам его испытывать или испытывать его не всегда? What prevents us from experiencing orgasm or always experiencing orgasm? Дело в том, что оргазм, он на 30% имеет физиологический аспект. The thing is that 30% of the orgasm has a physiological part. И на 70% оргазм имеет психологический аспект. And the other 70% are due to psychological factors. У женщины. In women. Дело в том, что у мужчин наоборот. And with men, it's the other way around. У мужчин способность испытывать оргазм на 70% состоит из физиологических аспектов и только на 30% из психологических. In men, only 70% of the orgasm is due to physiological factors and only 30% due to psychological factors. А вот у женщины, как всегда, все немножко сложнее. And with women, as always, it's a little bit more complicated. Если женщина не испытывает оргазм, то физиологически, как правило, редко она имеет какие-то нарушения. If a woman experiences orgasm often, so she most likely rarely has any physiological problems. Чаще всего это психологическая проблема. Most often it's a psychological problem. Давайте посмотрим, какие есть физиологические, а какие есть психологические аспекты. So let's have a look at what factors could be psychological and which ones could be physiological. Один из самых главных физиологических аспектов является гормональный фон женщины. One of the most important factors, physiological factors, is the hormonal panel of the woman. Дело в том, что гормональный фон у женщины меняется раз в полгода. Every six months the hormonal panel changes in a woman. И женщине очень важно следить за своим гормональным фоном. And so therefore it is very important for women to follow up and check up on their hormones. Особенно, ну, с возрастом гормональный фон меняется, есть гормональные болезни. Especially with age, it is most important to keep track of the hormonal changes, as age is a large contributor. Особенно, если вы принимаете какие-то гормональные контрацептивы. Especially if you are taking hormonal contraceptives. Дело в том, что гормональные контрацептивы все абсолютно содержат гормон, который снижает либидо. The thing is that all hormonal contraceptives will contain a hormone that will diminish your sexual drive. И, соответственно, и желание секса снижается, и оргазмичность женщины тоже снижается. And therefore, not only your desire for sex will diminish, but also your ability to orgasm. Да, потому что нет желания секса, до возбуждения уже точно нам не дойти. So if you don't have the desire for sex, then obviously reaching an orgasm is going to be so much more difficult. Понятно, что до оргазма там вообще порой не дойти. And of course you will not reach an orgasm. Еще одна важная физиологическая причина отсутствия оргазмов – это слабые мышцы влагалища. The other very important reason for the inability to reach an orgasm is weakness of the vaginal muscles.
ну, во влагалище находятся точки, которые запускают оргазмы. In the vaginal canal you have specific points that help us to reach orgasm. Если они не стимулируются, соответственно, оргазма не будет. And of course, if they're not stimulated, there will be no orgasm. Если вагиночка слабая, уже такая натруженная, не надо это говорить. Если вагиночка слабая, если мышцы уже ну, такие дряблые, то оргазмов не будет. If the vaginal canal muscles are weak and not taut and tense, then you will be unable to reach orgasm. Мы на курсе будем говорить про наши и волшебные точки, и будем говорить про интимные мышцы. So in our course we will speak both about the magical points as well as the importance of the muscles. Еще одним важным таким физиологическим аспектом является сухое влагалище. The other important aspect of reaching an orgasm is the dryness of the vagina. Дело в том, что с возрастом вагиночка становится более сухая, хотя эта проблема встречается иногда и у молодых женщин. Unfortunately, most often with age, the vaginal canal becomes more dry, although that can be seen in younger women too. Здесь, конечно, нам помогают смазки на водной основе. Это идеальная вещь для влагалища. And of course, the best would be to use a water-based lubricant. That is the ideal lubricant for the vaginal canal. Мы будем говорить о том, как увлажнять вагину, что делать, чтобы влагалище было не сухое, соответственно, как помочь себе, чтобы были оргазмы. We will discuss how to lubricate the vagina and help ourselves to reach orgasm. Еще один физиологический аспект — это наше дыхание. And the other is important physiological aspect is our breathing or breath work. Дело в том, что многие женщины во время секса дышат носом, что отдаляет оргазм, а не приближает их. The problem is that most women breathe through the nose during sex, which delays the orgasm. Во время оргазма дыхание должно быть, во время секса дыхание должно быть только через рот, с акцентом на выдохе. During sexual intercourse, your breathing should come primarily through the mouth and with special attention to the exhalation. И когда мы делаем акцент на выдохе, дышим через рот, возбуждение начинает подниматься, и, соответственно, до оргазма легче дойти быстрее. When you breathe through your mouth and pay special attention to your exhalation, the tension builds up and it's easier to reach orgasm. Еще на оргазм, конечно же, влияет отсутствие концентрации на наслаждении, на удовольствие. The other factor that plays a role in orgasm is the absence of concentration on... Извините, я вас не услышала. На концентрации на удовольствие и на наслаждение. Отсутствие концентрации на удовольствие и наслаждение. I apologize to everyone. So the other factor is the absence of concentration on the pleasure itself. Когда женщина расфокусирована, думает о каких-то своих делах, о каких-то своих проблемах, when the woman has lost focus in what she's doing and she's thinking about other arbitrary things. Да, это такая самая частая проблема у женщин, что я не могу отключить голову, я не могу перестать себя контролировать. The most common problem in women is the inability to switch off the brain and to stop thinking. Ну и, конечно же, излишнее расслабление женщины лишает оргазма, это тоже физиологический аспект. And also the unnecessary
Извините, я не понимаю, как бы Излишнее расслабление, когда слишком расслаблен. Too much relax. I apologize to everyone, I couldn't understand. So the other factor that could play a role would be the would be relaxing the body way too much. Да, too much. Потому что оргазм все-таки это напряжение, оргазм это, в общем, здесь нужно быть физически подготовленной. As orgasm is the build-up of tension, and you need to be physically ready for it. Для того, чтобы испытывать оргазм, нужно быть выносливой. In order to be able to achieve orgasm, you need to be quite tenacious. Ну, еще то, что влияет на нас, это влияет на все, это стрессы. And of course, the most major factor is always stress. Стресс вообще влияет на все абсолютно, и, конечно, на наше тело прежде всего. Stress affects everything in our life, and primarily our body. Если вы живете в постоянном стрессе, то ваше тело блокируется. If you live in constant stress, you create blockages in the body. Для женщины стресс особенно плохо влияет на женщину. Stress is exceptionally bad, specifically for women. У женщин даже может отключаться функция детородная, пропадают месячные во время стресса. Stress can affect a woman's period. It can affect its it can affect the body's fertility. Поэтому женщине нужно как можно меньше вообще прикасаться к стрессам, а больше жить в удовольствии, в любви, в расслаблении. That's why women should live in less stress and more enjoyment of and love of life and pleasure. И это основные физиологические аспекты, которые не дают нам испытывать оргазм. And those are the basic physiological factors that do not allow us to reach orgasm. Давайте поговорим про психологические аспекты. So let's talk about the psychological factors. И первый, самый такой основной психологический аспект – это умение принять свое тело. And the first and main psychological aspect is the ability to accept your own body. Основы вообще удовольствия – это умение наслаждаться, ведь оргазм – это наслаждение через наше тело. The basis of pleasure is the ability to enjoy pleasure and to relax. Но очень часто женщины стесняются своего тела, стыдят. But very often women are ashamed of their own body. Боятся показать себя, боятся расслабиться. They're afraid to show themselves and to let go. И через это все время контролируют, чтобы, не дай бог, там не увидел какие-то мои несовершенства. And they are preoccupied with letting go and releasing control. God forbid he sees one of my imperfections. Многие женщины вообще отвергают свое тело, считая его уродливым. And many women completely dislike their body, thinking that it is ugly. И вот умение принять свое тело, чувствовать его, слышать его. And the ability to accept your body and to listen to your body. Это, такой залог того, что оргазм в твоей жизни будет всегда. And that acceptance is the first step to always having an orgasm. И сейчас мы с вами сделаем практику, которая поможет вам, развернуть свое внимание к телу, послушать его, почувствовать его. And so we will start with a practice that will help us accept our body, to look into our body, and to be able to open up. Для того, чтобы сделать эту практику, лучше, конечно, делать ее лежа. And the best way, of course, to perform this practice would be lying down.
Но можно сидя, но так, чтобы ты могла максимально расслабиться. You can do it sitting down, provided that you can completely relax. И сейчас, пожалуйста, садись или ложись поудобнее. So please take a seat or lie down and make sure that you're comfortable. Я сейчас включу музыку. I will play some music. И буду говорить медитацию. And I will talk through it, through the meditation. Мэри, скажи, слышно музыку? Ну, слышно, да, чуть-чуть. Да, вот так будет ясно. И голос слышно, да? Да. И, пожалуйста, делай глубокий вдох. Please take a deep breath in. И выдох. And breath out. И еще один глубокий вдох. One more time, breathe in. И на выдохе падай в свое внутреннее пространство. And while breathing out, get into your inner space. Сделай еще один глубокий вдох. And one more breath in. И на выдохе все свое внимание направь в свое тело. And on your breath out, concentrate on your whole body. И сейчас почувствуй свое тело максимально. And now try to feel your body to the maximum. Почувствуй свои стопы. Feel your feet. Почувствуй свои голени. Feel your legs. Your ankles, sorry. Почувствуй свои бедра. Feel your hips. Почувствуй свои ягодицы. Извините, я не знаю, что ягодица. Ягодица — это попа. Feel your bum. Почувствуй свою спину. Feel your back. Почувствуй живот. Feel your tummy. Почувствуй свою грудь. Feel your chest. Почувствуй свои руки. Feel your arms. Почувствуй шею. Feel your neck. Лицо. Feel your face. Затылок. The back of your neck. Почувствуй все свое тело. Feel your whole body. И почувствуй, как твое тело с каждым выдохом начинает расслабляться. Feel how with every breath out your body is relaxing. И сейчас спроси у своего тела. And now ask your body, чего оно хочет больше всего?
What does it need more than anything else? Спроси у своего тела. Ask your body. От чего оно будет испытывать удовольствие и наслаждение? What would give it pleasure and satisfaction? Спроси у своего тела. Ask your body. Что твое тело хочет, чтобы ты перестала с ним делать? What would your body want you to stop doing to it? Спроси у своего тела. Ask your body. Что твое тело хочет, чтобы ты делала с ним каждый день? What does your body want you to do with it every day? Чтобы испытывать оргазм. So that you can reach orgasm. Получать наслаждение. To receive pleasure. И сейчас запомни все ответы. And now try to remember all of the answers. Сделай глубокий вдох. Take a deep breath in. И выдох. And a breath out. И еще один глубокий вдох. One more breath in. И на выдохе очень медленно возвращайся в комнату. And when you breathe out, slowly draw your attention back to the room. Или в то пространство, где ты находишься. Or the space where you currently are. И сейчас, пожалуйста, красавица, если есть возможность, запиши ответы, которые ты услышала. And now, beautiful ladies, if you have the opportunity, please write down the answers that you receive. У вас есть минутка для того, чтобы записать. I will give you a minute to write everything down. Потихонечку дописывай. Slowly write it down. И возвращайся к экрану. And draw your attention back to the screen.
И вот эту практику вам нужно будет делать каждый день. So you will have to practice this every day. Не менее 2 минут. For at least 2 minutes. Лучше утром, чтобы у тебя в течение дня была возможность что-то сделать из того, что тело хочет. The best time of the day would be the morning, so that you have the opportunity to do something during the day. И вот эта связь с телом, она открывает вам вход в мир удовольствия, потому что удовольствие мы испытываем через тело. And this connection to your body will give you, will open the door to you receiving pleasure, as the door to pleasure is through our body. И поможет вам переключить внимание на себя во время секса. And it will help you switch your attention or turn your attention to yourself during sex. Дело в том, что многие женщины считают, что секс, ну, как бы он для мужчины. As many women consider sex to be for the man. И удовольствие мужчины, оно первично. And a man's pleasure is primal. И все их внимание, оно направлено на то, чтобы доставить удовольствие своему партнеру. And so women's attention goes to pleasing the man. Но когда ты переключаешься с партнера на себя и на свое тело, but when you draw your attention back to yourself and to your own body, то тогда ты начинаешь слышать, что твоему телу хорошо, что твоему телу не нравится, неприятно. Then you will begin to hear what your body doesn't like, what it finds unpleasant. И ты можешь уже что-то, ну, предпринять во время процесса, чтобы происходило то, что тебе нравится, и не происходило то, что тебе не нравится. And then you will be able to correct during the process what you like and what you don't like. Мария, я видела там комментарий какой-то. Скажи, что пишешь. I apologize to everyone. Just 1 minute. Nina is asking me what is in the comments. В комментарии, ну там сказали: здравствуйте из Лондона, спасибо Нина и Мэри, спасибо за хороший перевод. И сказали: плохо слышно. А плохо слышно? Меня или тебя? Не знаю, Джина сказала: плохо слышно. Звук не очень сильный. Uh-huh. Даже не знаю, что делать. To understand. Трудно понимать. Да? Uh-huh. А кого... попроси написать, кого плохо слышно, меня или тебя? Sorry, Gina, could you please tell us if it's difficult to hear me or it's difficult to hear Nina, so that we can correct it? И там другой вопрос. How do you get out of your mind during sex? Как быть не в своей головой, в голове во время секса? Это очень сложно быть не в голове во время секса. Хавелин, the answer is it is very difficult to be not in your head during sex. Да, теперь нас слышат, я читаю. Thank you for the comments. Да. Мы будем с этим работать, с этой темой. Мы будем работать на курсе, мы будем делать практики, которые помогают отключить голову во время секса. So during this course we will do extensive work on how to switch off your head or your brain during sex. Да, спасибо, девочки, что пишете, что слышите хорошо. Thank you, girls, for writing down that you can hear us. Thank you. Ну что, с телом мы с вами поработали, идем дальше. So we worked on the body, we will go further. Еще один очень важный психологический аспект – это принятие себя как личности. One of the very important psychological factors is to be able to accept yourself as a person. Принятие себя как прочитай, пожалуйста, еще в этом комментарии. Gina, I am just translating your comment. Then maybe it's a problem with my connection. Она сказала, ну тогда, наверное, это проблема с моим интернетом.
Okay. Mm-hmm. Thank you, Gina. Спасибо, Джина, да, спасибо. G-Sock, thank you for the question. My question is about body confidence. It is hard not to think about my belly fat, for example. У нее, у Джины вопрос, как быть уверенной и не думать о... не желудок, а как сказать... о животе, о жире на животе. Это сложно. Кто спрашивает, как зовут? G-Sock, it's a very difficult thing. Как зовут девочку? G-Sock. G-Sock, am I pronouncing your name correctly? Конечно, девочки. Ну, жир на животе, он никуда не убирается во время секса. Целлюлит остается. Все наши несовершенства при нас. Unfortunately, belly fat does not go away during the sexual act. And nor does cellulite, it stays with us. Но дело в том, что мужчина, когда занимается сексом с женщиной, в общем, он на это мало обращает внимания. But the most important thing is that when men are having sex with you, they don't really think about it, they don't really look at it. Если он с тобой встречается, если он проявляет тебе сексуальный интерес, если он, вас дело дошло до постели. If he's dating you, if he's sleeping with you, if it's gone all the way to the bedroom. Это значит, что, в общем, он способен принять твое тело. Then it means that he's accepting of your body. Его концентрация, она немножко на другом в этом моменте. На ощущениях, на возбуждении. In that moment, his concentration is in a completely different place. It's on excitement and on the act. Во время секса мужчина вообще не обращает внимания, есть ли у тебя волосы там на теле, есть ли у тебя целлюлит. Вообще, что там с тобой? Ну, вообще, там все не важно. During sex, men don't notice your hair, they don't notice your cellulite, they don't notice your imperfections. It's not important to him. Вообще не важно. Absolutely not important. Ему важен процесс и результат. For him, the process and the result is the most important thing. Если ты, пока не можешь расслабиться, и тело тебя действительно так останавливает, то можно использовать какое-то красивое нижнее белье. So if you don't feel confident and you are unable to relax, then maybe it would be a good idea to use beautiful lingerie. Есть красивые боди, которые подчеркивают грудь, и зайдите в секс-шоп, там есть прям такая одежда, которая может украсить твое тело. Maybe a bodysuit that will emphasize your breasts. You can go into any sex shop and you will see beautiful lingerie that will emphasize different parts and that will, in other words, beautify you and make you more confident. Мы с вами потом, после курса, придем к тому, что все-таки тело — это есть тело, и когда мы занимаемся сексом, то, смотреть там не на что. Мы в основном трогаем, целуемся, смотрим в глаза. So during the course of this course, we will mainly learn that the body is the body, and during the sexual acts, we are not mainly looking, we're mainly touching, watching, looking into each other's eyes. И вот второй важный аспект — это принятие себя как личность. And the second important aspect is accepting yourself as a person. Дело в том, что многие себя как личность не принимают. The problem is that a lot of people do not accept themselves or their personality. И надевают, некую маску на себя. So they wear a mask. И из этой маски общаются с людьми, как-то взаимодействуют с партнером. And so through this mask they interact with people and therefore with their partner. С
скрывая, останавливая свои истинные чувства, свои истинные качества. Hiding their real emotions and their real qualities. Из страха, что разлюбит, там бросит. Out of fear that they will be abandoned, that they will be left. Но во время секса невозможно надевать маску. Во время оргазма точно. But during sex it is impossible to wear a mask, and during orgasm absolutely for sure. Во время секса ты, ну, там ты такая, как есть, без масок, без одежды, вообще без всего. During sex you are the way you are, without a mask, without any clothing. Но когда тебе нужно сохранять свое лицо, тебе приходится постоянно себя останавливать. But if you constantly have to keep face, then you constantly have to be stopping yourself. Оргазм — это когда ты себя отпускаешь, когда ты можешь быть сумасшедшей, можешь быть... And the orgasm is when you can completely let go and be your crazy self. Я, знаете, девочкам всегда говорю, если хочешь испытать оргазм, позволь себе немножко зайти с ума. I always tell girls that if you want to reach an orgasm, you need to be able to lose your mind, even a little. И побыть такой дикой, какой-то природной. And to be wild, to be natural. Соединённой со своими инстинктами. To be one with your instincts. И тогда, когда ты свободна. Вы меня слышите, Нина? Да-да-да, Мария, слышу тебя. To be one with your instincts. Да, когда ты свободна, ты можешь испытывать любые оргазмы, множественные оргазмы, бесконечными. And when you feel free, then you can reach multiple orgasms until infinity. И вот на курсе мы будем и с этим работать тоже, мы будем учиться принимать себя такой, какая ты есть, со всеми своими достоинствами и совершенствами. And so during the course, in the course, we will learn how to accept yourself with all your imperfections. Что-то пишет, Мария, прочитай, пожалуйста. So I will read some of the questions to Nina. Please allow me a minute. Marissa, I met a man who, I meet men who are interested, but have been too scared to sleep with them. Знакомюсь с мужчинами, которые очень интересные, но мне я боюсь с ними заниматься сексом. I was raised to be very religious, so it is hard to break the habit. Я выросла в очень религиозной семье, и мне очень трудно эту привычку, ну, как бы бросить. Да, это очень блокирует, я понимаю, что это. Marissa, yes, this is a big blockage. Мы будем работать с тем, что блокирует, именно с психологической точки зрения, много на нашем курсе. We will be working quite a bit through the psychological blockages. Будем убирать вот эти психологические какие-то запреты, которые мы берем от родителей и вообще от социума. We will work on removing the psychological taboos that we take on from our parents. В общем, мы с этим будем работать, так что не переживай, мы коснемся этой темы. So don't worry, we will be working on that topic. Там еще один вопрос. Да. Хевелин Дэвис, is it good to masturbate when you are single and don't have a sex partner? Так, как мне это перевести? Хорошо ли... Я поняла, можно ли мастурбировать, если у тебя нет партнера? Да, не только можно, но и нужно. Хевелин, it is not only good, but it is necessary. Если у женщины нет секса, это очень плохо влияет на ее здоровье, на ее самочувствие. If a woman does not have sexual intercourse, it affects her health, it affects her self-confidence. Поэтому обязательно, девочки, если у тебя нет партнера, обязательно мастурбируй. So if you don't have a partner, you absolutely have to masturbate.
используйте фалоимитаторы, используйте какие-то приспособления. You can use a dildo or you can use any other device. Единственная, красавица, моя рекомендация для вас – это не используйте вибрацию. The only recommendation that I can give you is do not use any type of vibration. Дело в том, что член не вибрирует. As the penis does not vibrate. Но если ты приучишь себя к вибрации, потом без вибрации тебе будет очень трудно испытать оргазм. And if you get your body used to coming through vibration, it will be very difficult to reach orgasm thereafter without vibration. Поэтому вибрацию выключайте, все остальное делайте. So switch off the vibration mode, everything else you can do. Да, наслаждайтесь, красавица. Enjoy, beautiful ladies. Итак, еще один психологический аспект – это хорошая самооценка. So the other important psychological factor is good self-esteem. Без хорошей самооценки достичь оргазма невозможно. Without good self-esteem, it is impossible to reach orgasm. Без хорошей самооценки ты не сможешь довериться партнеру. Without good self-esteem, you will not be able to trust your partner. Да, то есть ты не сможешь подпустить его к тому образу тебя, который есть на самом деле. You will not be able to let them close to the real image of you. Ты все время будешь бояться, что он узнает о том, что с тобой что-то не то, ты какая-то не такая, и бросит тебя. You will always have the fear that he will abandon you or leave you for not being the one that you are, the person that you are. That you're somewhat different. Если ты себя оцениваешь плохо сама, то ты точно не ждешь, что партнер оценит тебя как-то хорошо. If your self-esteem is very low, your expectation would be that your partner does not hold you in high esteem. Еще очень важный психологический аспект – это умение доверять другому. The other important psychological factor is the ability to trust another person. Женщина во время секса отдается мужчине. During sexual intercourse, a woman gives herself to the man. Если женщина не доверяет мужчине в этот момент, то расслабиться она точно не сможет. And if the woman is not trusting in that moment of that man, then orgasm is impossible. Она не сможет отпустить себя. She will not be able to relax. Она будет сама все контролировать и, опять же, не сможет просто быть собой в этот момент и просто отдаться наслаждению. And unable to enjoy herself and to reach complete relaxation. Поэтому мы будем очень много работать со своей внутренней составляющей. So we will work quite a bit on the inner self. Для того, чтобы уметь опираться на себя, убрать те блоки, те страхи, которые мешают доверять партнеру. In order to be able to rely on yourself, to learn to rely on yourself and to remove the blockages that prevent you from being who you are. И расслабиться и отдаться процессу. And to be able to relax and give yourself to the other person. Наш курс будет длиться еще, вот это первое, еще 5 занятий у нас будет. So the course will be, this is the first day, there will be another 5. Это будет глубокая работа. It will be in-depth work. Но у вас до курса есть еще время. You still have time until the course begins.
И уже сегодня вы можете что-то начать делать для того, чтобы приближаться к оргазму. And today you can already start taking some steps towards reaching orgasm. Первое, что вы можете начать делать, это начать заниматься спортом немножко, любым. The first thing that you can do is start to be physically active in any kind of sport. То есть развивать свою выносливость и уметь выдерживать напряжение. To be able to develop endurance and to grow your tenacity. Лучше всего сексом заниматься где-то через час после тренировки, как раз твое тело будет полностью активно. The best time for sexual intercourse is about an hour after you have gymmed or you have been physically active. Еще можно заниматься плаванием. Плавание укрепляет мышцы таза. One good physical activity is swimming, as it conditions the hip muscles. Больше плавайте, и будет у вас больше оргазм. And so if you swim, the more you swim, the more orgasms you'll have. Ограничьте себя в жирной и тяжелой пище, потому что она убивает оргазм. You try to limit greasy and heavy food, as it prevents orgasms. Больше овощей, фруктов, рыбы, ну вот легкой какой-то пищи. Lighter food, such as fruit, vegetables and fish. Вы можете делать себе массажи или сходить к массажисту и сделать массаж, чтобы расслабить тело. Это тоже приблизит массаж. So massage is another good technique. You can either do self-massage or go to a massage parlor. Медитацию с телом делайте каждый день. And meditate on the body every day. У нас еще есть пару минут для вопросов. Мэри, прочитай, пожалуйста. We still have a few minutes for questions. I will read to Nina some of the questions. Jacek, I hope that I'm pronouncing your name correctly. Please excuse me if I don't. She's asking, what do you think about jade egg practices? Что вы думаете о практике с яичками, которые из каменные яички? Я считаю, что это очень хорошо, если вы занимаетесь яичками, занимайтесь, это супер. So jade egg practices are extremely beneficial. If you have been doing it, keep on doing it. Да, and super. The next question is from Behar Passa. Again, if I'm not pronouncing your name, please excuse me. Is masturbating blocks you to have orgasm during intercourse? Мастурбация останавливает вас достичь оргазма во время секса? Нет. Masturbation does not block your ability to orgasm during intercourse, no? Нет, такой связи нет. There is no such link. The next question is Haviland Davis. Could you put the link to the course in the chat? Можем ли мы написать линк к курсу в чате? Это к администраторам. Я думаю, что можем. Пожалуйста, девочки, администраторы, напишите, как зарегистрироваться на курс. We will ask the administrators to post the link. So girls from the administration, if you can please post the link. Thank you very much. And the last question is from RMA. How do you relax and not feel fear, shame during sex? Как можно расслабиться и не бояться, и не стесняться во время секса? И у нее второй вопрос. For me it is emotional, psychological fear and shame. Для меня это эмоциональный и психологический страх, и shame – это стесняюсь. К сожалению, расслабиться при таких симптомах, обстоятельствах можно только пройдя курс психологической работы.
Unfortunately, in order to relax, seeing taking into account emotional and psychological fears and shame, it can only be possible after undergoing psychological treatment, a course of psychological treatment. И у нас на курсе как раз будет такая психологическая работа, которая поможет вам расслабиться и впустить в свою жизнь оргазм. And so during the course, we will address practices that you can do in order to achieve that deep relaxation and to let go. Она еще написала, I think maybe it comes from trauma, also performance of fear. Я думаю, что у меня травма, и я боюсь, плохо представиться. Да, да, мы будем с этим работать. So this is what the course will be working on. Да. Иди на курс, вот скажи ей, что ей прямо надо идти на курс обязательно. So, RMA, please join the course, you will benefit greatly from it. Mm-hmm. Она написала, спасибо, Нина, я уже подписалась на курс. Супер, тогда можешь быть спокойна, на курсе мы с этим поработаем. Great, so we will work through it during the course. Mm-hmm. Ну что, красавицы, на сегодня нам надо завершать нашу встречу. Beautiful ladies, we will come to an end for today. Хотя я слышу, что тема прямо животрепещущая, у вас столько вопросов, спасибо, что задаете. Although I do think and I do feel that this is a burning topic for you, and thank you all for all the questions. Я буду очень рада встретиться с вами на втором занятии нашего курса. I will be so happy to see all of you in the second part of our, in the second lesson of our course. И я абсолютно убеждена в том, что каждый из вас будет испытывать яркие и бесконечно долгие оргазмы. I am absolutely sure that all of you will be able to reach wild and endless orgasms. Мэри, спасибо тебе большое за перевод, как и вчера было очень с тобой комфортно. Mary, thank you very much for the translation. It was very comfortable as it was yesterday. Спасибо, Нина, тоже. Да, спасибо, Мэри. Всем поцелую. Поцелуи. A big kiss to everyone. Everyone. И до встречи на нашем следующем занятии. See you in our next lesson. Bye-bye, girls. Bye-bye, bye. Нина, спасибо большое.